И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также с модом Ark Comes Alive. И, собственно, сегодня, что я сегодня покажу вам? А что я вам сегодня покажу? Да вы уже по названию поняли, что я вам хочу показать. Покажу я вам, для чего нужна вот эта гадость странная. Альфа Species X. Ну, начнем сначала. Как его делать? Томим вот эту гадость, оглушаем, томим, легче томить голд киблами и без заморочек. Эта гадость срет яйцами странного как сильно, и мы как бы имеем очень много яиц. Дальше ложим все яйца сюда и делаем альфа специи. Одно яйцо, одна специя. Ничего сложного. Дальше. Эта альфа специя работает как еда для томления. Кого бы вы думали? Конечно же, Нексусов. Вот, ну там еще вроде кого-то. Я не помню. Ну, Нексусов она точно томит. Вот, ну и конечно, ну кого же я буду первым томить? Конечно же, Мишаню буду первым томить себе. Вот, и как бы... В целом, я посмотрел, кое-как нашел, честно, чтобы найти хоть что-то. Описание всех предметов и так далее нашел сразу, вообще, без заморочек, там просто тупо список, причем список от разработчиков, все хорошо. Что дают, ну, конечно, на английском написано. Это все фигня. Но, честно, найти видео о том, как томить Нексуса, либо для чего нужен вот этот Альфа Специи X, это... Устал. В итоге нашел какого-то латиноса там. Он рассказывал на своем языке, короче. В общем, он рассказывал о том, как томить. Ну как он рассказывал? Не знаю, может, он и не рассказывал, но я, собственно, увидел, как томить. А что означает? День. Ой, как это классно! С такой оперативой просто день включается за секунды, точнее утром. Вот, от Зака еще раз спасибо за то, что задонатил на оперативу. Можно так сказать, подарил оперативу. Вот, в общем, что да как да где. Погнали. Во-первых, его нужно оглушить. И тут два варианта оглушения есть. Первое, это использовать мою снайперскую винтовку для оглушения. Как она будет действовать и так далее, я не знаю. Ну, там два ляма оглушения, это, конечно, да. Другой вариант, птерчик. Птерчик, который ядовитый. Также, как вы поняли, я сделал... То есть в той же самой ловушке, просто сверху сделал отверстие, через которое я включаю так снайперскую винтовочку, так-то, оп-оп-оп, шлеп-шлеп-шлеп, и ничего более. Конечно, будут какие-то сложности и так далее, и как вариант я могу туда даже свалиться, это тоже вполне реально. Как бы поэтому, как бы, ну, что поделать, не без этого. Вот, взял, конечно же, вот это, Poison Potion, чтобы, ну, как вариант, голод у него будет, все дела. Также не знаю, что делать с умонами, потому что сумоны будут. Там он томил этого... О, господи, там он томил мамонта, но суть как бы одна и та же. Сейчас что я делаю, что я сделаю сейчас? Сейчас я пригоню сюда себе птера. Тут у меня есть два птера. Один... Четко оглушает, у него просто урон был в процентности больше. Это вот этот, то есть у него дамаг. Кстати, кликов у них примерно плюс-минус одинаково. Там 2-3 клика разница. Но у этого почти 24 тысячи. А можно было и больше. А у этой 21 тысяча. Но зато это 1,5 миллиона хп у нее, а у него всего лишь 700, ну почему 700 тысяч. Вот, как бы пока что еще не знаю, что да когда где, как бы, и как бы я слишком много это говорю. Страть, конечно, неохота, поэтому возьмем того, у которого здоровечка побольше. Вот, и, собственно, бутылечки, все как обычно, ничего больше и меньше и так далее. Так. Тихо, расслабились, успокоились. Никто никуда не летит. А вот ты летишь. Летишь? Летишь.
Вот, собственно, не знаю пока что, это, как это все будет дело работать, и что да когда где. Запустил фотоновые пушки свои, и есть кое-какие идеи, как избавиться от сумонов и так далее, есть идеи. Но, опять-таки же, что да когда где будет, я не знаю. Вот, собственно, пушки-то запустил. Сейчас вот ворота еще откроем, чтобы именно все нормально было, как мне нужно. Так-с. Альфа. Ой, честно, очкую. Так сказать, с одного дубля, грубо говоря, все это происходит. Собственно, как и в прошлом видео. Не знаю, что будет. Сейчас вот немножечко отредактирую. Так, стой там. Я падаю, нет! Вот, и ядовитого загоним туда же. А, стоп, ядовитого-то рановато. Мне ж надо на ком-то туда взлететь еще. В общем, также буду вызывать в центре. Блин, здесь мишень не пролезет. Здесь мишень-то пролезет. Черт побери. Точно, у меня в птере ресурсы должны быть. В том птере. В альфа. В общем. Сейчас подготовлюсь уже. Что-то я вообще разволновался. Ох, прям. О. Кого там буянят. Ох, прям убивают. Ну что, лично я вот очкую очень сильно. Не знаю, как вы. Вот такой бортик сделал, чтобы легче было, а то я тут вывалился, сел на птер и вывалился. Вот, и здесь, собственно, сделал такой вот проходик. Именно проходик в качестве двери, дверного проема и так далее. Да уж, честно, очкую очень сильно. Ладно, давайте также в центр. Центр нашел, центр почти нашел. Вот он квадрат и... Опля! Так-с, использовать. А теперь валим. Еще странный ветер поднялся. А еще. Я ненавижу этот долбанный странный ивент. Когда эти разработчики уберут везде зиму, я ненавижу их. Вот просто я ненавижу за то, что у них постоянно зима. На улице зима, в игре зима. Я хочу тепло. В жопу эту зиму. Хочу тепло. Я ненавижу зиму. Давай, респавнись. Иди сюда. Сейчас буду нафиг тебя томить. А, нет. Какой томить? Не-ка, давай-ка сначала гляну, что там у тебя. За подстава. Так тебя-то томить там легко. О, тебя томить легко, говорю. А чё я имею? Восемьдесят пять. Люблин, слышь, эти дурочки сраного сколько ресурсов стоят? Куда пошел? Стой, гад. Да ты беспредельщик какой-то. Да пошел ты, короче. Сюда иди. Твою мать! А, ты не сильно много. Нэти! Такс. А чё Миша... А, Мишаня он не вызывает сумонов, отлично. Слышь, алё, я тебе... Я с кем разговариваю? Я с тобой разговариваю. О, отлично, я понимаю. Ой, тихо. Тихо! Погнали нафиг! Не сильно много дамажит, конечно. Это, конечно, хорошо. Такс, еще разочек. Какой он резкий, как пуля дерзкий. Фу, я это сказал, да? Фу. Шмар. Простите, мне стыдно. Уж лучше резкий, как понос в натуре. Такс. Хорошо. Мишаня не вызывает сумонов. Это хорошо. Мне это уже нравится. Я одобряю это дело. Ну, в том плане, что его томить легче. Тихо. Да, конечно, в замкнутом пространстве тяжело что-либо делать, плюс постоянно вот это вот, видеть задницу птера, это надоедает, я не спорю. Ну а что поделать? Не страшно. Тем более, это первый раз, а первый раз всегда страшно. Опаньки. Ну давай, ну спать уже, ложись. Ну что ты в натуре? Ну ты же хочешь спать. Я говорю, спать ты хочешь, спать, говорю, иди. Ну все, ложись. Молодец, вот так вот. Аккуратненько, не торопясь. Лег спатенький, и хорошо. 30 левел, конечно, ты ни о чем, но в целом неплохо. А, ты даже сам хаваешь. Отлично, тебе же бутыль не нужен.
Отлично. 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 Просто великолепно. Такс. Че, сразу на тебя сесть можно? Вот это просто... А, ты, получается, когда ходишь, только вот эта фигня у тебя... Ой, фу, конечно, да, разрабы еще те наркоманы долбанные. Ну ладно. Ну ладно. Конечно, левел у него маленький. Левел маленький, поэтому это, конечно, лучше его завалить. Но, в целом, я, самое главное, надеюсь, вам показал то, что для этого нужно. Так, подобрать. Так, ну, во-первых, ну-ка, стой там, блин, а то разбегался мне тут. Икс. Открыть ворота. А вот закрыть уже их не получится. Так, перчик. Отодвигайся. Кстати, я думал, больше у них будет всего этого говна, но оказалось нет. О, пролазит, как знал, что закрыл. Так, ну погнали смотреть дамаг. Сейчас я кого-нибудь убью. Ой, как он плавает зачетно. А, точно, убью. Кого-нибудь так убью? Нет, это ихтиозавр. Нет, ихтиозавров не хочу убивать, они прикольные. Ну ты же... Ой, давай, трайк, я вот на тебе проэкспериментирую. 12 тысяч. Нормально. Ну-ка, лапой. Тоже 12 тысяч, но ты, по ходу дела, еще и кровь пускаешь. Там конкретно кровь, кишки и все дела. В общем, нормально все. Молодец. Так, дамаг. Давайте сразу же глянем, что у него, допустим. А еще раз повторим, как я это все вычисляю. 266 и 9 минус... Шпиндрих. 299. Получаем за один крик 32.1. Да, маленький левел, все дела, поэтому мы получаем 32.1. Умножаем на 250. То есть 8000 дамага. Плюс, что там, 266, да? Ой. Минус 266, минус 266. У меня же тут минус на число получилось. В общем, 8000 дамага, 8000%. Мне нужно накликать ему. Это, конечно, еще тот гемор. Если уж на то пошло. Поэтому сейчас я его немножко подкачаю и уже включусь. Ну вот, собственно, я его практически уже качнул. Дамаг я ему сделал максимальный. Ну, практически, вот так это прям... А, нет, еще один клик и уже будет переборчик вроде бы. В общем, максимальный я ему дамаг сделал. Кликать не будем, судьбу испытывать не будем. Вот, поэтому как бы... Конечно, прикольный. Прикольный такой мишанька. Левел, конечно, маленький. Я притомлю себе большого левела. Потом уже, как вариант, может это... Слушайте. Так, стрим же еще... А, ну я как бы записываю это заранее. А может я и на стриме его притомил? Не знаю. В общем, я еще не знаю. Судя по расписанию, грубо говоря, вчера был стрим. Наверное. Так, пятница, суббота. Да, вчера был стрим. Вот такие вот дела, оказывается. Просто я тут посидел, подумал, а, блин, а почему бы и нет? Поискал, как сделать все это дело и записал серию. В общем, вот такая вот мишеня довольно-таки классная. Честно. Слышь, беспредельщик! Твою мать! Ну, блин, Алёша! Давай, садись, твою... Слышь... Не, ну это, конечно, беспредел. Просто сидя у него на хребту, нельзя ничего сделать. Это, конечно, еще там подстава. Так, что хотел там? Да? Пошел в жопу отсюда, ты меня достал уже, блин. Бесите вы меня все. Тупые твари. Я тут, понимаешь, не хочу сделать... Ага, отлично. Так, вот так вот. Ну-ка, смотри. Вперед, смотри. Что сделать? Вот так вот-то? Вот так вот-то? Теперь эфочка... Так. И все. Вот, собственно, что я хотел показать. Ай, ты болит, я хамуха еще и залагал в этот момент. Ну ладно. Собственно, то, что я хотел показать, вы увидели. Урон максимум вкачал. Давайте еще немножечко выносливости ему сделаем. А остальное все в здоровье. Да, 11, ну, почти 12 тысяч, это, конечно, немного. Это, я бы так сказал, очень даже немного. Ну, а что поделать? Урон. Урон, конечно, не слишком большой по сравнению с Мишкой. Но вспомните, какой он был. Он был 120 левел.
Сейчас он имеет левел, что-то... какой он там? Какой ты левел ты имеешь? Твою ж медь, а? Какой ты левел имеешь? 506 левел он имеет. То есть это очень маленький левел, когда максимальный можно довести до... На берег прыгает! Натуре, я думал, он разобьется. Вот, когда максимальный левел, здесь можно догнать до 1200. То есть, как бы, нехило. Нехило. Имеем такое дома, как бы, и так далее. И честно, когда я первый раз прыгнул, я вообще офигел. Просто такой... Ну, благо вы не слышали мою дебильную реакцию. Мне порой позорно. Я когда пересмотрю видео, мне так стыдно, короче, когда я слышу свою дебильную реакцию. Вот, поэтому вот такие вот дела, народ. В общем, вот так вот... Легко можно притомить. А, как кто-то там? Nexus? Nexus, да. Вот так легко можно притомить Nexus. Самое главное не очковать, как я, все будет хорошо. Конечно, еще та наркомания у них с шерстью. Ну да ладно. Кстати, стоп. Я же забуду. Нейтральный. Вот, все, на этом все. Вот такие вот у меня три мишани. Красивые, это замечательно. Я потом переделаю, как я уже говорил, я другого Нексуса притомлю себе, большого, и все будет хорошо. Все, на этом все. Такое вот маленькое короткое видео. Оно могло бы быть еще меньше, если бы я бы не показывал всякое говно. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. В общем, там подписывайтесь, лайки и так далее. Все как всегда. Так что вы знаете, что я вам рассказываю каждый раз одно и то же. Все, всем пока.